на прямом эфире уже, нет? Итак, мы с вами в городе Салала. Сегодня туман и небольшой дождь, но тем не менее люди все равно выходят посмотреть наш невероятный фестиваль. Добро пожаловать на Дафар Хариф. Мы находимся с вами в султанате Оман, город Салала. Оказались мы здесь по приглашению наших дорогих заказчиков по причине открытия туристического сезона. Эта поездка для нас казалась не очень простой, но в целом мы приехали за несколько дней сюда, подготовились буквально за 3 дня, мы подготовили первый тестовый запуск. Когда мы сюда приехали, здесь даже не было этой площадки, здесь паслись коровы. Куча строителей сделали нам эту площадку, и теперь это, наверное, лучшая площадка, с которой мы летали. Кто-то из менеджеров сказал, что, возможно, мы поедем в Оман на целый месяц, и каждый день будем запускать дроны. Это оказалось каким-то нереальным событием, потому что каждый день... В одно и то же время, и каждый раз у нас возникают все равно какие-то моменты, которые нужно решать. Даже, казалось бы, уже процесс может быть налажен в середине месяца, но, тем не менее, все равно возникают новые какие-то ситуации, требующие там постоянного решения. Мы разделили его на две команды. Первая команда идет, скажем так, в авангарде, ее задача прийти, провести разведку, подготовить шоу. Когда шоу встанет на рельсы, в дальнейшем остается относительно его небольшая техническая часть. Изо дня в день мы повторяем одни и те же процедуры. На данный момент я ощущаю себя прямо на своем месте. Это то, что я искал. Помимо путешествий, я еще очень люблю возиться со всякими техническими устройствами, копаться в них. И как бы это ровно то, чем я занимаюсь. Путешествую и копаюсь в технике. Очень крутые ребята. Кто мне больше всего нравится в Диаскале на данный момент сейчас? Люди, с которыми я общаюсь, с которыми я работаю. Едем встречать Кирилла. Как же я люблю Кирилла, храни его Бог. Приветствую, молодые люди. Здрасте. Благодарствую. Трусы отдали, ладно, пожалуйста. Он не стал проверять. Я ему сказал, что там мои трусы и носки. Он такой, ладно, забирай. И мы долго думали, как нам по-русски объяснить. Да просто порядок надо навести, а в остальном-то все классно. Мы живем с ним полтора года уже вместе. Полтора года мы вместе живем и вечно чем-то недоволен. Таблички ему не такие, там, дроны не такие. Вот так и выходи замуж за человека потом. У вас нет возможности содержать помещение в чистоте. Заказывайте клиник, платите деньги, но так нельзя жить. Либо спрашивайте остальных, вы согласны, что мы тут приезжаем, а тут болтики в яичнице лежат? Нет, мы не согласны, извините. Надо шутки порядок шутим, блин, делать. Да, потому что порядка нет, я так же считаю, Кирилл. Лишнее все уберите. Вот это, хорошо. Вот это. Димон! Так надо включить сначала, а потом менять. Нормально это когда ошибок в зарядке 0,01%. Вот это нормально. Сейчас 9 из 400, это почти 10 из 400, это... 2%. Совершенно случайно на Хахару нашел вакансию, решил, что это круто. Путешествовать с ребятами довольно-таки такой молодой коллектив. Да, в Омане предложили командировочку. Я такой, да, это ж я как бы за этим и приехал. Я стажер, техник-стажер, можно сказать так. То есть непосредственно в командировках, и я занимаюсь тем, что помогаю пилотам запускать дроны, то есть как такой миньончик. Расставляем, проверяем их, чиним, если они поломались. На первую группу приехала, намокла дней 5 под дождем. Вторая группа приехала, тоже должна была намокнуть под дождем. Ну да, а это чего? Это такая что? База. Это база. Каждый день повторяйте это упражнение 400 раз, 16 дней подряд, и спина болеть не будет. Я забрал у вас здесь дрон один, попробую починить пока. А что с ним? Приемника нету. В смысле нету? Ну не работает приемник. А, водичка класс. Погода бомба. А что, не помогла швабра, что ли, Сань? Так, не, такое? Не, чистится лужа на самом деле, но маленький был. Это глоу-эффект.
Открываем ноутбук. Стряхиваем слегка пыль. Не думал я, что мой первый запуск будет зафейлен из-за того, что у меня нет с собой полотенца. Покоряем мировой океан, получается. Надо плавучие делать дроны. Как гидросамолеты, знаешь, вот так. Ага. Как мы вообще сделать? Уже фактически под водой можем запускаться. Можем даже под водой запуститься, реально, чум. Люмоскай. Беспилотные технологии для профессионалов. Лучший коллектив. Водичка, найс. Просто такой кадр. Серега на пульте нажмет кнопочку, оно все там начнет мигать. Потом я здесь вот так вот сделаю вот так. Пум! И все, и оно перестанет мигать. Не попал. Клавиатуре не знаю. Кстати, вот, Сань, у тебя не было постоянно ощущения, что кто-то вот нас снимает постоянно? Я вот постоянно хожу, и мне кажется, что за мной кто-то наблюдает. Мне начинает страшно, я просыпаюсь, и как будто бы кто-то вот фонарем светит. Это звездная болезнь. Я думаю, этот проект будет в топе моих любимых проектов. Что касается самого города, то когда я гуглил, тут было написано, так сказать, «Оманские Мальдивы». Ну, наверное, что-то в этом есть, но я надеюсь, в Мальдивах не все так плохо. И от Омана, честно говоря, я особо ничего не ждал, потому что страна эта, наверное, не типичная, необычная. В детстве тебе никто не рассказывает про нее. Страна оказалась очень прикольная. Чувствуется, что она недавно вышла на рынок туризма, еще только развивается. Здесь невероятная природа, очень комфортный климат. Если сравнить его с Дубаем, который находится буквально там, в 2 часах лета отсюда, здесь стабильно 25 ночью, 28 днем. Здесь комфортно, вкусная еда, доступные цены, приветливые люди. Слушай, мне нравится. Мне нравится, потому что вот прям, ну, движ какой-то происходит. Потому что сидеть где-то на одном месте, в офисе, там не в офисе, не важно, это неинтересно. А вот когда у тебя разные ситуации, проблемы, сложности, и как-то из них надо выпутаться, очень часто даже там срочно, вот это интересно. А когда это еще и с путешествиями связано, так вообще супер. Ну, мы тут популярные личности, особенно в первой группе у нас был мальчик с дредами, Сергей. И в целом, по нам сразу видно, даже я похожа вроде бы на местную, но сразу видно, что я не отсюда. Люди интересуются, подходят, спрашивают, тем более, что мы ходим в нашем мерче, они спрашивают, о, вы дрон-шоу? А когда вы запускаете, а где вы еще выступаете, откуда вы? То есть людям интересно, они довольно-таки дружелюбно настроены. This is Sergey. Sergey, how are you? Yeah. Hamid helps us with everything. He always late. Every day. How are you? Yeah. He's the sweetest guy here. So. Thank you, thank you, thank you. How are you? Good? In Russia, how many words maybe? All language. Russian. Five. Huh? Five words. I wish. Not a ring in 1 hour. I really don't know. Because I see more and more people make a tattoo, Arabic tattoo. I in don't Russia? Know why. Not Russia for all. Yeah, maybe, but they don't realize what this word meaning. For example, maybe right here some shit. Люди нас любят, особенно когда мы приезжаем в какие-то туристические места. Они все здороваются, все спрашивают, откуда мы. Обязательно, если ты говоришь Русия, они вау. Супер кул, very good. Can you speak Arabic? No, English, sorry. Or Russia. Ну, скажем так, условия у нас здесь общажные, я бы сказала. Но от этого даже прикольно. То есть мы все вместе живем в одних апартаментах. В какой-то момент нас вообще было 12 человек, вот когда как раз-таки была пересменка. Ну, я бы сказала, интересный проект, потому что, во-первых, бывало так, что мы жили в апартаментах, но настолько близко, чтобы мы все были. Яна! Полетели в настолки играть! Сейчас, подожди. У меня и так-то нет денег. Еще и мою еду выбрасывают. Вы хотите прикончить своего единственного админа на этот проект? Зачем вам нужен так? Где моя еда? Сегодня мы будем жарить стейк. О, неплохо. Вот так. Мраморная говядина? Да. Красиво живем. Наша команда разносторонняя. Мы можем абсолютно разные. Кто-то умеет рисовать левой рукой. Это вообще-то видео можно использовать было до этого момента. Голов. Что опять лангустинов этих вечером есть? Ну, капец. Сейчас бы картошечки.
Сегодня пюрешечку тоже. Хотелось картошечки. С Юрой такие, хотим пюрешечку, хотим борщ. Наверное, так хорошенько с котлетой. Вообще, шоу дронов – это абсолютное отсутствие планов. У нас ребята выходят, если им нужно, например, съездить условно в магазин, они зачастую берут с собой загранпаспорт, потому что тебе могут в обед в пятницу позвонить и предложить на 2 дня съездить в Индию. То есть мы постоянно живем в полном отсутствии графика. Мы вообще не знаем не то, что будет завтра даже, мы иногда на сегодня не всегда уверены в наших планах. Здесь же у нас появился какой-никакой график, и у нас есть возможность утром позаниматься там спортом, у нас есть даже бассейн, потом мы запускаем шоу, и вечером у нас есть возможность побегать возле океана. Вчера гоняли на гейзеры вот с ребятами. Очень тоже красивое место такое, колоритное, много туристов. Кушали там верблюдов, смотрели на красивейший океан, который бьет прям о скалы, и из-за него, получается, поднимаются гейзеры. У нас здесь 400 дронов, из них первыми взлетает 40 штук. 40 штук формирует собой самолет, который летит в Оман, ну то есть туристическое направление условно. Самолет взлетает, вот он летит, и спустя какое-то время взлетает остальная группа дронов. Остальная группа дронов начинает показывать земной шар, показывает место на карте, вот мы прилетели, и там дальше события развиваются, там появляются какие-то цветы, местные орнаменты, какие-то особенности, которые присущи конкретной культуре. У нас все больше возможностей в проектах. Мы открываем для себя новые страны. В новых странах мы открываем для себя новых людей, которые зовут нас в другие проекты. И каждый проект, даже если не со стороны заказчика, со своей стороны мы пытаемся привести что-то новое. Так что я думаю, у нас самих есть вот это желание расти в каждом. Именно поэтому и компания растет. Команда классная. Вообще все, вот я еще не встречал в Геоскале человека, который не классный, честно. Я как бы не то, что там хочу как-то. Но сейчас, когда все получилось, мы прямо выдохнули и, наверное, подружились больше друг с другом. Потому что в командировках, в таких долгих поездках очень важен какой-то коннект. Опытные, профессиональные и очень интересные люди, с которыми можно поговорить о близких мне темах. Вот, ребята у нас все классные, как говорится, все как не пьющие. Я не знаю, ладно, это не надо.